играете в доту? Ну, немного. Да. Ну, все, супер. Давайте так. Я вам буду задавать вопросы. Если вы ответите хотя бы на 3 правильно, то получите сертификат BroCyber на 1 час. Согласны сыграть? Хорошо. Все, супер. Первый вопрос. Какой герой может давать бессмертие в Dota 2? Дазл. Да, все, первый вопрос уже есть. У какого героя сила увеличивается ночью? Сталкер, да. Кажется, хорошо играете, да? И следующий вопрос. Можно ли критиковать на башне в Dota 2? Нет. Итак, назовите полное название Dota 2, но это чуть посложнее будет. Что-то. Ну, нет ответа, да? Да, нет. Ладно, ничего. У вас уже, по идее, 3 ответа есть. Сколько в Dota 2 торговых лавок? 4? Да, 4. Итак, какой предмет в Dota 2 дает 100% попадание по герою? Это тоже чуть посложнее название. По герою. Не помнишь? Я не помню. Ну, ничего. Ничего. Сколько всего видов рун Dota 2? 8. И последний вопрос. У какого героя наиболее дальняя атака в Dota? Снайпер. Все правильно, вы выиграли в BroCyber 1 час сертификат. Вот. Пока.